Так, ребят, всем привет. Сейчас я буду показывать, как буду обновлять программное обеспечение на смартфоне. Программа HS Watch. Открываем. То есть вот эта программа HS, для чего нам нужна? Эта программа, это программное обеспечение, которое у нас соединяет умные часы. То есть здесь нам показано Sleep, то есть какой сон у вас, давление, сердечные ритмы, ЭКГ и так далее. То есть функций много. Значит, как выглядят умные часы? Открою сейчас камеру, потому что все делаю на ходу, на выезде. Вот они, умные часы производства Access Corporation. Датчики там всякие. Вот. Электрокардиограмма меряет. То есть там много всего. Так. Значит, перехожу на приложение. Здесь надо подключить часы через Bluetooth. Так, на камере сейчас сразу включу Bluetooth. Так, сеттинг. Язык менять не буду. Так, Bluetooth setting on. Включаю. Дальше включаю на телефоне Bluetooth. Так, включился. Дальше перехожу в само приложение. Теперь делаю search, поиск. Приложение на английском языке, но тут интуитивно, в принципе, понятно все. Сейчас он найдет. Еще разок. Вот, нашел. Watch, часы. Нажимаю соединиться. Сейчас произойдет синхронизация, и далее мне предложит, во-первых, обновить сами часы. Но новая прошивка появилась. Синхронизация сердечных ритмов происходит. Так. Собрались данные на часах. Итак, значит, в этом Play Market я видел новое приложение, обновленное. Сейчас его обновлю. Захожу в Play Market, и вот оно приложение HS 2.0, 25 мегабайт. Нажимаю кнопочку «Обновить». Сейчас ожидание скачивания идет. Скачается и произойдет переустановка этого приложения. И после того, как обновится это приложение, я еще покажу, как обновить саму прошивку на умных часах. Потому что прошивка, я видел, она уже прилетела. То есть программисты корпорации что-то новое придумали. И, соответственно, часы должны лучше работать. То есть какие-то будут новые функции, видимо, или какие-то ошибки исправленные. Ошибки в любом, естественно, девайсе, они неизбежны. Все потихонечку, постепенно устраняется. Вот как раз перед я еще обновлял вот этот YouChat, этот мессенджер YouChat в предыдущем видео. Тоже новое обновление прилетело. То есть, если еще не поставили YouChat, я рекомендую, ссылочка под этим видео будет на загрузку приложения YouChat и регистрацию. Так,
происходит уже установка. Так. Все, получается, установилось. Обновилось приложение. Захожу. Так. Bluetooth. Search. Еще раз подключаюсь к умным часам. Так, и вот здесь firmware update. Нажимаю firmware update. Мне предлагает для обновления умных часов нажать кнопочку upgrade эту версию. То есть вы действительно хотите, спрашивают, вы действительно хотите сделать upgrade? Для подтверждения надо нажать confirm. И сейчас будет происходить обновление. Кстати, вот здесь вот еще есть красненький такой значок о том, что появилось новое обновление версии. Так, кстати, сейчас покажу, что происходит на умных часах. На умных часах мы видим, идет скачивание, download. И происходит таким образом обновление. Вот. Обычно это займет некоторое время. И после того, как сам девайс обновится, мы увидим, вот как раз 1% уже пошел. 1% и так далее. То есть надо теперь какое-то время подождать. Естественно, нельзя выключать умные часы. Хорошо, ну, если заряд, скажем, слабенький уже на часах, заканчивается, то надо будет зарядить. Для зарядки у нас используется вот такой девайс заряжающий. Для другой конец USB. Сейчас вот подключу USB, допустим, к компьютеру. Вот, видите, как он включился. Так, вот уже 2%. Ну и как он заряжается. Вот. На обратной стороне здесь есть вот такие вот 4 точечки. Это для беспроводной зарядки. Вот здесь они как раз тоже 4 точечки. Допустим, если я соединю вот так, то видите, светит вот таким красненьким пульсирующим цветом. Это значит, что идет зарядка. Вот. А такой цвет зеленый, это значит, что он уже зарядился. Вот. Ну, сейчас пусть заряжается. Я уж не буду его кружить. Вот так. Вот уже 4% зарядилось. Вот. Идет такая зарядка. Вот. Все делаю на ходу, причем на дохлом компьютере, вот, который такой вот нетбук дохленький с выходом на большой экран. В общем, вот такие кустарно все. Так, все, 5%. Видеообработка, естественно, на этом нетбуке она фактически невозможна. Поэтому видео будет без всяких спецэффектов, без обработки. Потому что мне это технически не получится. Так,
Ну, в принципе, вам, я думаю, уже понятно смысл. Переключусь на часы. Это на приложение. Приложение показывает, сколько файлов уже загружено. То есть 3800 там, и из 59 тысяч 27 файлов. Значит, сейчас произойдет загрузка, потом пойдет установка. И часами можно будет уже пользоваться. На часах будет последняя прошивка установлена. Итак, понравилось видео, это обучающее видео. Ставь лайк, подписывайся на канал. Это часы производства корпорации Access Marketing, iWatch. Они у меня уже год в пользовании. Очень классные, рекомендую. Но у меня эксклюзив. Сейчас корпорация, конечно, обновила новая линейка часов у корпорации уже. Там более они навороченные. И ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Сергей. До скорых встреч. Всем пока.